А также в августе месяце у нас будет очень также хорошее время, время, когда многие из нас выйдут на улицы этого прекрасного города и будем говорить людям о том, что Бог сделал для нас. И поэтому я свою проповедь продолжу. Я sequence, или же такая вот несколько серий проповедей на тему чуда милости. Нес харахамим. То есть чудо от Бога, естественное такое. Как нам нужно это чудо? Я уже говорил о том, что есть чудо к нашим семьям. Нам нужно явить милость к своим родным, самым близким, самым любимым. И зачастую мы это не делаем. Мы открыты ко всем. Мы являем милость многим людям, но к своим нам нужно проявить больше милости. В прошлый раз я говорил о милости Божьей к нам. Как она выражается. Мы должны быть открыты к милости Божьей, которая в нашу жизнь. А сегодня хочу говорить о милости, рахем, как это и где. Милость, как это, что такое милость и где она проявляется. Знаете, эрев шаббат, или же пятница, когда мы готовимся к нашему семейному шаббату. И если вы празднуете шаббат, а я уверен, что многие из вас это делают по причине заповеди, по причине любви к Богу, по причине любви к семье, в этом семейном шаббате всегда приходит время испытания. Всегда в это время проявляется наша милость к тому, кто, может быть, не готов ее принять. И фактически во время шаббата есть мицва, или же такой заповедь такая, чтобы объявить милосердие к нуждающимся. Очень важно. Именно этот момент, где ты откладываешь какую-то, знаете, помощь. Может быть, звонки, может быть, финансы, может быть, одежду и так далее. Ты перед шаббатом, ты явишь эту милость тем, кто, может быть, не ожидает ее. В этом-то и чудо. В этом-то и чудо милости. Знаете, когда? Когда люди, которые нуждаются в этой милости, уповающие на Бога, они знают, что Бог явит ее к нам, а мы становимся инструментом Божьей мицвы, то есть Божьего благоволения, и становимся этим инструментом, когда чудо становится явным. Вы поняли, нет? Для нас это естественно явить милость, а для людей чудом является то, что они примут ответ на их нужды. Вот этот момент очень удивительный, потому что Бог заинтересован в нас больше всего. Для того, чтобы исполнить свое предназначение, призвание в нашей жизни, какое бы оно ни было, то ли вы хотите финансово поддерживать общину людей, то ли, может быть, в пророческом движении, то ли прославление, поклонение домашней группы, какое бы призвание в вашей жизни бы ни было, я хочу вам сказать, всегда необходимо знать, что милосердие является основным ингредиентом в служении. Всегда. Потому что без проявления милости невозможно исполнить то, к чему ты призван Господом. Не имея милости, невозможно исполнить. Я могу сказать прямо, если у тебя нет милости к людям, то к тем, кого Бог создал, к тем, кому Бог явил свою милость, да? Тогда ты не сможешь быть служителем. Ты не можешь сказать, вот я знаю Бога. Одна часть милосердия – это, может быть, почитать людей в их ситуациях. Завтра у Паши день рождения. Мазал тов. Да, Паша? А, ты вспомнил, даже сам забыл. Тебя поздравляем. Знаете, даже такое внимание, которое является Божий, именно Божьей милостью, откровением, что Бог является благим Богом. В это послание я хотел бы сделать несколько вещей, сфокусировать акцент на милости и чуде. Знаете, вчера у меня был очень занятый день. Я вот, хотя и готов, подготовка к шаббату, но мой день начался очень таким,
знаете, я даже как могу сказать, как галопом по Европе, да, хотя галопом по Одессе было. Завели машину, завел машину, машина поломалась. Надо ехать на СТО. Наши ребята, которые помогали нам переездом наших детей и некоторые аппаратуры из нашего офиса, пришли ко мне помогать. Я говорю, давайте садитесь в машину, едем на СТО. Едем на СТО, пока там ее делали, машину, вдруг подходит ко мне брат, один из нашего реп-центра, который у нас уже начал действовать, и говорит, ребе, мы отлучимся так, через дорогу. Я говорю, и что? Он говорит, помочь женщине поменять колесо, потому что оно пробито. Я говорю, давайте. Я даже не заметил, что... Я видел, женщина с ребенком стоит, но я не заметил, что у этого... у машины спущено колесо. Она на телефоне. И вот здесь проявление милости к тем, кто не ожидает милости. Как, знаете, вот она стояла у того колеса, не знала, что с этим делать. Конечно, звонить мужу или там папе, или там кому еще, либо, но друг ни с того, ни с сего. В их, в ее ситуации вместе с ребенком люди подходят и говорят, хотите, мы вам поменяем колесо. Знаете, для меня это было очень удивительным. Не потому, что они поменяли колесо, а вот для кого-то это был ответ в тот момент, когда они не ожидали. Если говорить в плоскости, знаете, вот правосудия, больше скажу так, Иешуа говорит, что вы будете моими свидетелями. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до краев земли. Дай Бог, чтобы Одесса это не была край земли. Но я верю, что здесь слово, ключевое слово «свидетель». Вы будете мне свидетелями. Что такое свидетель? Свидетель, это, если в плоскости правосудия говорить, это просто человек, который говорит о том, что он пережил, или то, что он конкретно видел. Свидетель не может говорить о том, что ему сказали. Вот вчера тетя Маня сказала, что она видела Йосю, перебегающую дорогу, и не случайно машина его зацепила. Он не может сослаться на чей-то опыт, на чьи-то переживания. Он тоже говорит то, что он видел. Под именно вот клятвой во время судебного дела, он говорит, я буду говорить то, что я конкретно видел. Не предполагал, не думал так, либо я слышал со слов чьих-то. Его задача даже не убедить людей, которые там слышат это, судью, в том, что этот человек, который попал в эту ситуацию, виновен или нет. Он не может повлиять на присяжных. Он не может защитить либо осудить того, кто пострадал, или же кого обвиняют. Его задача быть свидетелем того, что он пережил лично, и то, что он лично видел. Когда Иешуа говорит о том, что вы будете моими свидетелями, это именно слово «благовестие», то вы должны будете с людьми поделиться тем, что вы лично пережили, что вы лично получили от меня. Мы не можем сказать, ну вот там было в 20-х годах такое состояние, там все молились на иных языках, было пробуждение великое, надо принять Господа, чтобы Бог опять что-то сделал. Мы должны лично иметь эти отношения. Вы скажете, ребе, но как я могу свидетельствовать о том, что я вот не переживаю много. Я не переживаю много чудес, знамений, каких-то вещей, которые, ну, как бы, были бы, ну, людям можно было услышать. И я вам скажу так, честно, мы каждый день, как говорилось в фильме, 7 дней на дню, ой, 7 недель на дню, или 7 дней на неделе, я переживаю, ну, 7 пятниц на неделю, я понимаю, это шаббат каждый день. А вот такое состояние, когда мы каждый день с вами на самом деле переживаем чудо от Бога. Мы каждый день переживаем.
Когда я говорю о Нюме, да, я говорю, люди напрягаются. Опять он. А вы знаете, вот на самом деле мне этот человек интересен только одной частью. Не только его лицом, а тем, что сердце его открыто свидетельствовать людям о том, что Бог конкретно с ним сделал. Если вам интересна его история, конечно, нужно книги писать. А он что-то не пишет, только вырезает все из дерева. Но важность того, что он ищет засвидетельствовать людям о том, что Бог конкретно делает. Я дам ему 5 минут, чтобы вы услышали, потому что касается конкретно того, о чем я буду говорить. О той милости и чудо милости. Иди сюда. У нас люди подсоединились в прямом эфире, поэтому у нас время ограничено, а свидетельств вообще много. Всем шаббат шалом. Валентин Романович меня поразил сейчас буквально тем, что оказывается пятница – специальный день, как бы предназначенный. Постараюсь коротко. Вчера была пятница. Делал выше крыши, бегаю, как суета там, то, все, там надо это сделать, это сделать, это сделать. Ничего не успеваю и думаю, как бы этот день продлить на несколько часов хотя бы, чтобы что-то успеть. Раздается звонок. Звонит дама с нашей общины, говорит, Нюма, на тебя уповаем. Есть такая ситуация, надо поехать в христианскую церковь и взять паёк. Там они дают по благодати, дают паёк для особо нуждающихся. Есть, говорит, человек, который очень хочет взять этот паёк, потому что у него конкретная нужда. Она сказала, что ты конкретно знаешь адрес, где туда приехать, где там получить. В общем, на тебя уповаю. Ну, я делаю маленькие еврейские мансы, пытаюсь вот это вот обстоятельство спихнуть на кого-то другого. Звоню одному, второму, третьему. Все говорят, да, конечно, мы впереди паровоза, но никак. Я понял, что придется ехать мне. Помолились мы с Ирой, говорю, там беседовали, говорили. Так бывает обстоятельства, что я говорю, прежде чем выйти из дома, наверное, минут 20 или 30, хожу и говорю, Господь, иди впереди меня, помогай мне, устраивай мои пути, и пусть эти пути будут Божьи, и пусть твоя власть будет в этих путях. В общем, я беру тачку, прихожу к человеку, беру доверенность, прихожу на трамвайную линию, и начинает Господь творить чудеса. Подходит 10-й трамвайчик. Я думаю, проеду 2 остановки, чтобы быстрее было. Сажусь в трамвайчик, заходит очень красивый внешности, такой солидный мужчина, славянской внешности, с гитарой, и начинает петь романсы в течение там 2 остановок. Я ехал, он 2 остановки пел романсы, замечательные романсы. Я думаю, Божья рука на мне. В общем, короче, я приезжаю к церкви. Приезжаю уже опоздавший, потому что церковь уже закрыта и двери закрыты. Единственное, что на территории этой церкви есть скамейки, сидит на скамейке человек. Я подскажу к нему, говорю, здравствуйте, здравствуйте. А у меня паёк получить. Он говорит, ты знаешь, я работаю здесь, этим вот, и охранники, и садовники, все, кто хочешь, полгода. Вот полгода я проработал, ни разу после 3 часов они не открывали дверь. Время 3:30. Я говорю, мне откроют. Он говорит, чего вдруг? Я говорю, у меня есть уверенность. Я ставлю эту тачку, подхожу к двери, и Господь, не знаю почему, но сказал, возложи на нее руки. На кого? На дверь. Я знаю, что рухнутые и каменные двери откроются, и все, что хочешь. Я возлагаю руки на дверь, и говорю, Господь, ты сказал, возлови, и я отвечу. Ты сказал, постучи, и я открою. Я взываю к тебе, говорю, мне, папа, очень нужен этот паёк, потому что я знаю, что человек очень нуждается, я когда найду в следующий раз возможность, даже не знаю. В общем, я это громко провозгласил и постучал в двери. Не так, чтобы тарабанил так, постучал. Похожу, сажусь рядом с этим человеком, он говорит, ты не меня извини, ты дурак, наверное, ты напрасно стучишь. Вот никогда не было. Я говорю, ты не знаешь, я не дурак, я чудак, наверное, потому что в моей жизни происходят чудеса. Вот было так. Короче, мы с ним говорим, минут 5 проходит, дверь открывается.
У этого глаза на лоб и челюсть отваливается. Он говорит, первый раз. Я говорю, нормально. Я подхожу к двери. Говорю, здравствуйте. Я пришел у вас получить паек. Он говорит, а вы уверены, что я вам дам? Я говорю, да. Мне Бог сказал. Он говорит, нормально. Сейчас позвоню. Может быть, я найду эту женщину. Короче, он находит эту женщину. Потом они с этой женщиной вызывают меня. Говорят, иди сюда. Я подскажу, они говорят, а почему ты не хочешь в субботу получить? Почему именно сегодня? Почему упор на сегодня, на пятницу? Я говорю, в субботу у меня служение, поэтому я не могу получить. Он говорит, а что у тебя за служение? Я говорю, понимаете, каждый из нас где-то служит. Вы здесь, я там, вы там, я здесь. У каждого свое служение, но служим мы одному папе нашему, Господу нашему великому. И он дает мне этот пакет, говорит, вы знаете, это впервые в жизни, говорит, после трех мы открыли этот нашу церковь и дали вам пакет. Я хочу сказать, что я его благополучно довез до дома. Мало этого, на обратной дороге меня цыгане сопровождали с музыкой и с песней. Я ехал в трамвае, там цыгане пели песни. Слава Богу, я хочу сказать, что Господь открывает нам двери и делает чудеса. Но чтобы вы понимали, паёк был тебе или другому человеку? Другому человеку, который нуждался. Спасибо большое. Является ли это милостью для человека? Если я говорю об этом, потому что очень важно понимать, что в этом мире, в котором мы живем, не идет ни, как бы, весь мир к совершенству. Этот мир, в котором мы живем, не становится лучше. Вы заметили, что 10 лет назад отношение людей к людям было другое. 50 лет назад это было совсем другое. Чем, можно сказать, виток истории длится, поднимается, да, вот ближе к совершенству, наверное, вроде бы должно быть наоборот. Общество должно себя предоставить как общество заботы, благосостояния, но нет, этот мир не открывает свои двери любвеобильной. Наоборот, этот мир становится жестоким, ненавистным. Люди даже в тех трамваях, в которых мы ездим, троллейбусы, в которых мы ездим, стали озлоблены, ненавистны друг другу. И это приходит только в Одессе. Это происходит также во всем мире. Люди нетерпимы друг другу. И все-таки в этом мире наше свидетельство способна открывать двери для благовестия. Услышьте меня внимательно. То, что я пережил с Богом, и то, что я сделал этим людям, открывает двери для того, чтобы можно было сказать, почему я это делаю, так как я делаю. И весь мир узнает, что они его ученики. Для нас это должно быть откровением. Знаете, наши ребята, которые помогли женщине с ребенком, они меня удивили тем, что не только быть открытым, и нечего делать на реп-центре, а то, что они, все продумав, сделали так, чтобы этот человек услышал о Господе, да, не взяв за это ни копейки денег. Она была в шоке в том, что есть люди, которые открыты. И для нее это было ответом в ее непростом деле. Луки 6, глава 36 стих. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный». Если мы его дети, и мы Божьи дети, мы будем проявлять милосердие. Однажды еще говорит, вы дети дьявола, потому что что? Вы лжете. Дьявол от начала был лжецом. Посему, чьи мы дети? Если мы уходим от ответа, делать добро и не делаем, тогда мы как чьи-то не те дети. Но если мы дети Отца нашего Небесного, тогда Он говорит, будьте милосердны. Милость. Когда и где? Как нам нужно это делать? Как нужно иметь сердце милосердия? Если хотите являть милосердие, чудо милосердия, тогда смотрите, замечайте в то, в чем люди нуждаются. Замечайте. Я очень часто вспоминаю ту историю, которую мне сказала моя жена. Будучи подростком,
которая она возрастала в христианской семье, которая знала пути Божьи, и вдруг однажды приходит ее папа, говорит: «Таня, люди жалуются, что ты не здороваешься с ними». И она говорит: «Папа, я их не видела. Кто там? Вася или кто-то еще? Но я не видела». И он говорит: «Всегда помни, что внимание, оно всегда ценится. Остановись. Внимание, то, что к людям, оно изменит твою жизнь». Вы знаете, это и есть милосердие. Некое милосердие, когда человек в какой-то ситуации, ты останавливаешься и замечаешь, что есть люди вокруг тебя. И что эти люди, они в нужде. Некоторые лежат в больнице. Некоторые нуждаются в помощи. Некоторым нужно просто прийти помолиться в туберкулезный центр. Там нуждаются в волонтерах, особенно в братьях, которые могли бы говорить слово. Просто помолиться. Я верю, что для нас очень важно замечать. Милосердие всегда начинается с чувств, что нам не безразлично это общество. Мы заинтересованы, чтобы помочь людям, настроить себя на чувство, что Бог хочет, чтобы мы знали и видели все, что происходит с людьми, которые вокруг нас. Причина того, что мы не милосердны, не в том, что мы оставили первую любовь. Почему мы не можем, как бы, или не реагируем милосердно? Не потому, что нам остались безразличные люди. Мы на самом деле, нам люди очень нужны. Мы заинтересованы в людях. Знаете, в чем большая проблема одна? Мы стали очень заняты. Очень заняты. В веху технологий, ситуаций и обстоятельств мы, как загнанные кони, гоняем от одной ситуации в другую. Когда мы смотрим, как выйти из положений, и мы не замечаем людей. И это называется суета. Когда мы осуетились, мы перестаем замечать людские проблемы. И чаще всего, когда спрашивают, можно ли помочь, можешь ли ты прийти, можешь ли ты помолиться, можешь ли ты постучать, можешь ли ты принести даже, может быть, приглашение, внутри нас сразу, мы еще не знаем, что у нас происходит, но мы говорим, мы заняты. Замечали за собой, нет? Оно как будто автоматом выходит, мы заняты. Потому что если мы еще не построили свой день, то мы хотим оставить вот этот маленький зазор в том, в этом времени. Вдруг мне что-то нужно будет сделать в эти минуты. Я хочу вам говорить, как делать, замечать проблемы, ситуации людей. Филиппийцам 2:4. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Каждый. Здесь не сказано, чтобы не только о себе пастырь заботился, или служитель, или лидер домашней группы. Не говорится об этом. Здесь говорится другие слова. Каждый. Если ты член общины, если ты в теле Мессии, независимо, в какой ты общине находится, в церкви или же, может быть, в домашней группе, ты являешься членом тела Мессии на мировом уровне. Тебе это касается. Не только о себе думай, но также и о другом человеке. Это не только ответственность служителей, это ответственность каждого из нас. Замечать, друзья, замечать. Особенно, может быть, здесь. Когда вы выходите, когда вы работаете с людьми, когда вы просто общаетесь, вдруг проходит человек, который опустил голову, может быть, не знает, что происходит. Остановитесь, возьмите за руку и скажите: я хочу поговорить с тобой. Что случилось? Чем я могу быть полезен? Как мне молиться за тебя? Мы, может быть, не можем помочь физически сейчас, материально, но мы можем помочь молитвой. Многое может усилить молитва праведника. Проявление внимания к людям – это не только проявление любви и заботы, это проявление милости. Когда я с мужчинами разговариваю в приватной беседе, это вот часто бывает, они говорят:
Я позаботился о маме с папой, ну или теща с тестем, и жене, детям. Я купил квартиру, машину, игрушки. Все, что они хотят, они имеют. Я тебе скажу, я не знаю, что они от меня хотят. Знаете, такой вопрос. Я вообще все, что я мог сделать, я сделал для них. Что они от меня хотят, я не знаю. Вот тут уже все стоит. Вроде бы люблю детей, все даю. Вот тут я сказал и говорю людям, они хотят твоего внимания. Они хотят посмотреть в твои глаза и увидеть там, что ты не безразличен, покупая им подарки, квартиры, машины, компьютеры, чтобы только остали. Они хотят видеть, что ты заботишься о них. Вы знаете, я встречался с стариками, которым не нужна помощь материальная. Им нужно твое внимание. Сесть с ними и поговорить. Им в одиночестве своем не нужны мороженое или же там еще какие-то бутерброды. Им хочется, чтобы кто-нибудь с ними поговорил, посмотрели в их угасающие глаза. Сколько им осталось от Бога жить, мы не знаем. Но именно милосердие способно посмотреть в глаза и сказать, ты для меня не безразличен. Чудо милосердия проявляется, когда мы не обижаемся на тех, кто делает грех. Нам часто хочется, чтобы люди, грешники, всегда поступали праведно, правда? Мы делаем им замечания, мы говорим, так нельзя поступать. Знаете, я подумал, что будет, если мы сделаем весь наш закон на христианских основах? То есть сделаем полностью христианские, библейские основы. И назовем нашу страну самая-самая христианская страна. Решит ли это проблему людей? Как бы ты ни делал, я вам скажу честно, не решит. Потому что для того, чтобы стать христианином, стать человеком, который служит Богу по Торе, по Писанию, нужно знать Его. Потому что перемены в жизни приходят тогда, когда мы узнаем о Боге. Потому что люди, которые не знают Бога, у них нет силы себя изменить. Правила не изменяют человека. Отношения с Богом, они меняют людей. Поэтому нам нужно давать какое-то милосердие тогда к людям, которые не могут быть идеальными, которые грешат и ходят в этих проблемах. Знаете, Иешуа никогда не старался отделиться от народа. Наоборот, он всегда приходил туда, где нужда была, где были люди, которые были грешниками. И он всегда с ними находился. Иуда говорит в 1 главе 22-23 стих. К одним будьте милосердны. С рассмотрением. Другими словами, милосердие усмотри. То смотрите на них глазами, чтобы они понимали, кто вы. Потому что милосердие, оно имеет в себе потенциал исцелить людей. А также других страхом спасайте, исторгая из огня. То есть, говоря им в милосердии, что Бог любит тебя, и вытащить его из этого состояния. Обличайте же со страхом, гнушая даже одежду, которая осквернена плоть. Не имеется в виду, чтобы, знаете, вот просто вот верующие греша, да? Не имеется в виду, чтобы от всех верующих отделиться, сделать себя суперсвятым. Говорю вам по-другому. Милосердие, да, когда мы смотрим на людей, мы даем им милость и протягиваем руку помощи. Слушай, есть ответ, есть шаг, который Бог может тебе сделать, пытаться вытащить их. Вытащить. Гнушаясь одежды, конечно, гнушаясь того, что они делают. Мы, конечно, не можем себе позволить такой роскоши, как заигрывать с грехом. Вот они наркоманы, нужно наркоманить. Мне сказали одну историю буквально недавно. Один пастор, будучи пастором Пятидесятнической церкви, был хорошим пастором, и он говорил так, что фактически я не мог понимать наркоманов. Ну, не могу сочувствовать им. Вдруг приходит ему идея. Какая вы думаете? Чтобы этим наркоманам сочувствовать, нужно что? Попробовать.
Он настолько напробовался, что его еле вытащили. Я говорю о том, что да, милосердие должно быть, но не в состоянии того, чтобы компрометировать свою личную жизнь перед Богом. Явление милости не является безоговорочным согласием с тем, как люди живут. Явление милости не означает соглашаться с грешником о его пути. Без свидетельства делами, что Бог в твоей жизни сделал, невозможно быть благовестником. 1 Петра 4,8. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Что это значит? Мы не соглашаемся с этим грехом, но любя человека, являем ему милость и говорим: послушай, я еще раз пришел к тебе. Я еще раз хочу быть рядышком. Я хочу еще раз молиться. Давай еще раз попробуем. Бог хочет, чтобы мы являли любовь к людям и милосердие к ним. Ефесянам 4:2. Со всяким смиромудрием и кротостью, и долготерпением, не сходя друг к другу любовью. Многие из нас не имеем отношений с друг другом по одной причине. Каким-то образом мы раздражаем друг друга. Но милосердие покрывает грехи, потому что раздражительность, ненависть или еще какая-то ситуация, она дает человеку понять, что ты, ну как бы сказать, не трогай меня. Матфея 9:10-13. Когда же Иешуа возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним, и ученики его, увидев то, фарисеи сказали ученикам его: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иешуа же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы, ибо я пришел призывать не праведников, но грешников к покаянию. В милосердии является благовестие, чтобы явить людям спасение. Спасение. Это цель, которую Бог нам ставит. Вы не сможете помочь тем, кого вы, ну, вы так, ненавидите, тихо. Если вы обижены на людей, особенно грешников, вы не сможете им помочь. Запомните это. Если вас обидели, вы обижены на их поведение, помочь им вы не сможете, потому что вам нужна в первую очередь помощь. И это важно. Третье, используйте мудро ваши выражения. Как только мы стали верующими, нам необходимо, как я уже в прошлый раз говорил, следить за то, что мы говорим. Наш лексикон должен измениться на уровень отношений с Богом. Как бы мы говорили с Богом, нам также нужно отношение с людьми. Сарказм, грубость, нецензурщина не может быть милостивым жестом. Как только мы используем сарказм или же говорим каким-то, по фене, как говорят, да, какими-то такими словами, они не являются словами милости, а наоборот, превозношение. Я превозношу себя над тобою. Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправленной солью, дабы вы знали, как ответить каждому. Нам нужно иметь другое отношение в нашем разговоре. Ефесянам 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Важно помнить, что наши слова могут принести рост или же могут полностью убить человека. Милосердие. Чудо милосердия. Вопрос, что делать? Если вы уже в общине давно, и вы, может быть, выросли в своей семье таким, как бы, отвечать на сарказм, говорить ответы такие, знаете, боль на боль. Нам нужно вспоминать, что Бог умер за нас. Словесное унижение не должно пребывать у людей. Особенно говорю сегодня к служителям, говорю сегодня к лидерам домашней группы.
Я говорю сегодня к мужьям и женам, к родителям и детям, потому что это внутри нас. Самое простое, что можно сделать, это просить у Бога мудрости. Кто из вас, перед тем, как идти на беседу, разговаривать с людьми, просит у Бога мудрости? Когда хочешь прийти поговорить с человеком, жена приходит не совсем в духе, ты говоришь: Господи, дай мне мудрость. Мало кого. Послушайте, мы должны делать простые вещи, которые реальны, действующие и меняют человека. Иаков 3:17 говорит: но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия. Почему должны посетить мудрости? Потому что являет милосердие к тем, кто его, в нем нуждается. Последний принцип милосердия для спасения людей – это нам нужно помнить, что спасение для нас людей важно больше, чем законничество. Что я имею в виду? Если мы ищем возможности благочестия и благовестия для людей, нам нужно не смотреть на то, что они собой представляют. Я помню, как у нас во время одного из служений мы приглашали всегда всех учителей наших детей в школе музыкальной, либо в еврейской школе. Мы приглашали всегда их на собрание. И вот однажды целая семья пришла к нам на собрание. Вы знаете, как люди мирские, они же приходят как будто на весело, да, вот, на какую-то дискотеку, на какой-то концерт. Все. Они приходят, как они как есть, нормально, как привычно в этом мире. Да? И мы понимали, что данный вид этой дамы, это нужно было смотреть вот так. Да, вот. Танцы, движняк, все ликуют, все поют. Это одно служение, второе, третье, все уже, ребе, надо что-то делать, ну уже все, ну как там братья краснеют, сестры бледнеют, уже это всего, да. Я говорю: подождите, дайте Богу возможности. А потом каким-то образом она поняла, никто не говорил, что так здесь, в таком виде не ходят здесь. В таком виде не ходят. И резко раз, так, чик, все подлиннее, все скромнее. И через время она понимает, что ее любят. К ней отношение сострадания больше. И через время изменяется жизнь. Водное погружение, часть общины. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы, когда смотрим со стороны легализма, то есть законничества, мы не сможем проявить милость, потому что милость является тем, что шансы, которые мы людям даем, они должны увидеть, что в их нужде, в их проблеме есть чудо. Луки 6 глава 1 стих, в субботу 1, во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянным полями, и ученики его срывали колосся, ели, растирая руками. Что это значит? А Иешуа нарушал некие правила человеческие, не Торы, а то, что он говорит, я пришел исполнить, но человеческие правила, которые были устроены для того, чтобы достичь своей цели. Ученики были голодны, и он нарушил правила. Есть моменты, когда нам необходимо наши уставы, которые мы к чему-то очень привыкли, с тем, знаете, устав другого монастыря, мы приходим, нам нужно иногда сломать его тем, чтобы человек расположился к Богу. Иешуа обличает религиозных людей. Он обличает их в лицемерии отношения к милости. Вы знаете, очень интересное. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину из мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вы знаете, Иешуа очень всегда был категоричный. Он обличал фарисеев, книжников устава, который они наложили на людей, сами не входят в Царствие Божие и других не пускают. То есть правила, которые они стали на правила, заповедь на заповедь,
да, и таким образом человек, он не знает, как себя вести, не знает, как себя повести в этом положении. Иешуа ломает здесь, да, все это, он противостоит им. Но вдруг я читаю здесь и понимаю, что, ой, как интересно, первый раз Иешуа хвалит фарисеев. Вы заметили, нет, никто же не обращает внимания, говорит, вы даете десятину, правильно, молодцы. Молодцы, это так должно быть десятины. Но не забывать, что в десятинах не только есть финансовая поддержка, но также и есть милость, суд и вера. Кому являть эту милость? Где проявлять эту милость? Я прочитаю очень быстро, чтобы мы могли успеть еще с хлебопреломлением. Мы проявляем это не вместе, а к людям. В том месте, где нужда, нам нужно просто присмотреться к людям в их ситуации. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Мессии. Бремена бывают разные, очень разные. И если вы способны сделать этот шаг, делайте, не смотрите на это. Таким образом мы носим бремена друг друга. Замечайте людей с их непосредственными нуждами. Заметьте их, присмотритесь, заметьте их нужды. Если им нужна обувь, дайте эту обувь. Если нужно привезти, увезти, сделайте это. Римлянам 15 глава 2, 3 стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо Мессия не себе угождал, но написано, злословия, злословящих тебя пали на меня. Имеется в виду, он носил бремена друг друга. Третье, узнайте, если люди, которые приходят, проходят через скорби, через страдания, узнавайте об этом. Потому что, когда весело, нам всем весело. Хочется сделать свадьбу, конечно, день рождения. Но когда у людей траур, не только потеря близких и родных, а потеря, например, работы, бизнеса, контракт не состоялся, какая-то сделка, которую вы планировали, она не произошло. Потому что у людей в это время сокрушается сердце очень сильно. Они не понимают, почему так произошло. И боль проходит через них. У них состояние скорби. Почему так произошло? В этот момент не бойтесь сказать им, послушай, я здесь рядом. Ты можешь мне сказать, за что я могу помолиться? Замечайте, что люди в своих скорбях, они должны раскрыться. И помогите им найти отношения с Богом. 1 Коринфянам 1, 3, 4. Первая глава, вернее, 1 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. Благословен Бог Отец Господа нашего Иешуа Мессии, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас всех. Нам нужно утешение. Четвертое, посмотрите на тех, кто нуждается в дружбе, и станьте им другом. Я не говорю, знаете, вот вечная дружба и так далее. Откройтесь в дружбе, позвоните, поговорите с ним. Римлянам 12 глава 13 стих. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странство преемстве. То есть пригласите людей к себе. Если это возможно, если вас это не смущает, ваша квартира, ваш дом, домашние группы, дайте людям второй шанс или десятый. Милосердие проявляется, когда мы даем шансы людям. И многие из нас делают ошибки. Кто из нас не делал ошибки? И каждый раз, когда мы делаем ошибки, мы надеемся, что нам дадут еще раз один шанс. 2 Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Так что вам лучше уже простить его, и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Простить. И последнее. Дайте людям, которые грубияны,
которые такие сарказмом живут, да, вот этот наглый шанс милости в добрых словах. Не реагируйте на вот эту грубость тем же самым. Не воздавайте оком за око, но в милосердии всегда сможете сделать иное. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Благословение. Мы все можем являть милость тем, кто ее недостоин. Каждый из нас. Не только служители. Каждый из нас. От обращения всем нам. Потому что, когда мы пристанем в Йом-Кипур перед троном суда, я вам скажу так, Бог не спросит, как твое служение было. Он не спросит, каким успешным ты был и как ты противостоял греху. Знаете, что произойдет в тот день, когда мы пристанем перед Всевышним? Я вам зачитаю. Вы будете очень удивлены. Матфея 25:35 и ниже. «Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Милосердие. Милосердие. Он спросит, где твое милосердие? Тогда праведник скажет ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущими и накормили, или жаждущими и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагими и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, пришли к тебе. И царь скажет им ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, вы сделали это мне. Что такое кахила, что такое община? Мы должны видеть чудеса и знамения, исцеление, чудо, которое каждый из нас хочет пережить. Но понимаем ли мы, что чудо милости сегодня в наших руках? Что в этом зале есть люди, которые нуждаются в одном из перечисленных вещей. Они взывают к Богу, обращаются к Нему. И в этом же зале есть те инструменты, которые Бог хочет использовать, чтобы исполнить это чудо. Если я спрошу сегодня, есть люди, которые скажут: я только попросил Бога, мне нужна помощь, и тут позвонили мне, и пришли, помогли мне. Убрать даже. Убрать. Принести буханку хлеба. Прийти навестить в больнице. Люди многие не говорят, кто болен и кто не болен. Но чаще всего подразумевают, если кто-либо болен в общине, то ответственность пастора, служителя, навестить его. Помните, говорится не к пасторам, там не написано: и так пастора, за то, что вы посетили меня в больнице. Войдите в Царство Небесное. Люди, вы хотите попасть туда? Вы хотите быть частью благословения? Тогда наше время в наших руках, и милость, как чудо, явлена для нас. Я хотел бы спросить ребят, которые на репцентре, приятно было помочь девушке с ребенком, которая на жаре и не знала, что делать с этим колесом? Приятно. Ушли оттуда с такими улыбками. Да, бежала с деньгами: дайте, возьмите, возьмите. Не надо, пускай Бог благословит вас. И тут хорошо, что никак валам. Взял и отстегнул себе за благодать.